Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Франческо Маджотто, итальянский живописец, гравер неоклассического направления. Родился в 1738 году. Настоящее имя художника Франческо Феделли, прозвание Маджотто, означает «большой», «старший» или «майский». Франческо разделял это прозвание своим отцом, Доменико Феделли, также художником. Я цитирую Википедию. В первое время Франческо работал в том же стиле, что и отец. Учился у Микеланджело Морлайтера. На его творчество также повлияли Джованни Баттиста Пьяццетта, Джованни Баттиста Тьеполо и Франческо Дзуккарелли. Он также подражал Пьетро Лонги, его картинам бытового жанра, изображая театральные представления, концерты, маскарады, но с меньшей иронией и большим морализаторством. В дальнейшем он обратился к религиозным сюжетам и неклассическому стилю. В 1778 году он написал серию из 168 небольших портретов дожей, венецианских патриархов, кардиналов и пап, маслом на меди для библиофила Мефео Пинелли. Многие из этих картин утрачены, но некоторые из них встречаются на антикварном рынке. В 1771 году Франческо Маджотто был назначен мастером живописи Венецианской академии, президентом которой он стал в 1790. Среди его учеников были те, кто стал видными деятелями венецианского неоклассицизма, такие как Лотацио Керенна, Джованни Карло Бевилла Клава, Натале Хиавони и Франческо Айн. В 1796 году Франческо Маджотто был назначен инспектором общественной картины Венеции с целью учета и составления сведений о состоянии картин в общественных зданиях. Эти функции он выполнял даже в начале французской оккупации. Маджотто также занимался физикой, в частности электричеством. Сохранились его научные публикации. Известно, что он создал несколько телескопов и камеру обскура. Благодаря своим исследованиям он также стал членом Лондонского королевского общества. Маджотто умер в Венеции 13 сентября 1805 года. Вот так вкратце из переводной Википедии о Франческо Маджотто, итальянском живописце, гравюре неоклассического направления. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.